Слышишь, да? Я слушаю, конечно. Ну все, все отлично. Отличненько. Четвертый влогмас. В этот раз я снимала 20 и 21 декабря. Двадцатое декабря вечер. И что вы думаете? Иду за мандаринами. Вот такая погодка. Пускай все растаяло и вообще капает дождь, небольшой моросит. Зато во дворе поставили елочку. Иду по грязи к ней. Посолидней, попушистей. Нарядили получше. С каждым годом все становится лучше. Надеюсь, в этот раз, когда я снова на 10 минут вышла из дома, ничего с френч-прессом не случится, и никто его не разобьет. Вообще, мандарины — дело такое. Тут, конечно, можно тоже пользоваться доставкой продуктов, как мы всегда делаем, но... Ну, вы видели, короче, то крупные сильно, то они, типа, недозрелые, это все, поэтому лучше самостоятельно выбрать, пускай я, как, возможно, старая бабка говорю, тетка, извините, но зато своими руками выберу себе самые вкусные, самые красивые, самые спелые. С бликами красиво, фонарика. Какие новогодние фотографии я люблю больше всего на свете? И что больше всего люблю в новом году? То, что можно сделать вот так... И елочка превращается в размытые красивые боке и огоньки. И выглядит сразу так уютно, так классно. Просто хотела показать, как во дворе. Где во дворе у нас она стоит. Ну все, пошла уже в пятерочку, пошла. Хватит. Все, вот красавчики. Вроде хорошенькие. Что-то помою и будут готовы к употреблению. Вообще у меня здесь во всю кулинарности... Там гороховый суп, здесь обжарка для пунчо, тут сама пунчо заваривается. Ну, такой сегодня день, готовлю еду и маленько радую себя. А после того, как все приготовится, и мы поужинаем, продолжу рисовать. Вот, одну страничку я уже вам показывала, вот это следующая, и еще будет одна, очень я хотела... Сделать тоже по своим фотографиям каким-то старым, с зимними новогодними вещами, какими-то элементами, игрушками, просто частичками в кадре. Вот это все отдельно собрать и перерисовать именно акварелью. Вот. Атмосфера вообще просто супер. Когда сидишь и рисуешь, либо слушаешь еще музыку рождественскую, или фильм смотришь. Вот я сегодня смотрела «Сироту Казанскую» и рисовала... В первый раз смотрела «Ширли-мырли», это вообще просто чистое удовольствие, чистейшее. Я уже показала, как я рисовала новогодние маленькие дудлики по каким-то своим старым фотографиям. Все это делается акварелью. Ну, в общем, я там давала свои комментарии, поэтому повторяться уже не буду. Вообще, что тут скажешь? Конец декабря, мне кажется, у каждого человека начинается вот такая насыщенная какая-то, насыщенный темп, насыщенные дни, хочется много всего закончить, хочется... разгрузить себя, чтобы в январе не пришлось вот эта вот новая жизнь, там новые какие-то дела. Нет, хочется все совершить за этот год, сделать там какие-то самые важные штуки, которые давно нужно было сделать. И поэтому все мы вот гонимся, суетимся, но никогда не нужно забывать о том, чтобы вот расслабиться, сосредоточиться на настоящем моменте. И тем не менее, даже я, человек, который все это знает и понимает, все равно... в таком движении нахожусь, но это нормально, я поэтому соскучилась очень сильно по такому состоянию, и мне это все очень в кайф.
Сегодня нам пришла посылка от родителей из Сибири. Как всегда, огромная, как всегда, с кучей всяких подарков. Вот я стою в новых вещичках. Как всегда, очень всего, опять же, много, очень все нужное, очень все классное. Это вот один из таких важных элементов ощущения для меня праздника и Нового года после приезда из тех краев сюда. Мандарины кушаются, конфетки под елочку ставятся. Кстати, надо их показать вам. Ощущение праздника, конечно же, приближающегося есть. И у меня есть задумка, которая связана с нарядом на Новый год. Естественно, у меня были разные встречания Нового года, то есть у меня не было каких-то тусовок с друзьями там, да, или больших просто многолюдных мероприятий. Ну вот в прошлом году мы встречали Новый год в ресторане, ну, там, на родине. И, ну, это тоже забавно, когда людно... Но дело не в этом. Дело в том, что я была... Мы и в пижамах с мужем Новый год встречали, и в каких-то нарядах, в смысле, вечернем таком образе, и просто в домашнем, ну, когда там джинсики, рубашечка, типа того. И в этом году у меня очень классное, как бы давно уже куплено платье, и я хочу... сделать на голове что-то, ну, не повседневное. Это и здорово, когда есть повод сделать какую-нибудь себе необычную прическу и, короче, празднично выглядеть. Я уже давным-давно, больше, наверное, 2-3 лет, больше 3 лет, избавилась от утюжков, плоек и всего такого. Во-первых, здоровые волосы, которые не крашеные, которые, ну, короче, здоровые волосы. Их это все практически не берет. То есть, когда я завивалась на плойку, у меня все это распадалось буквально через 20 минут. Соответственно, это нет, в этом нет смысла, соответственно, зачем? Вот. И, короче, не парюсь, все прекрасно живу, но есть же другие различные способы, да, сделать себе кудряшки и что-то объемненькое на голове. Я, кстати, всю жизнь думала, что у меня волнисто непонятные волосы. После того, как отросли свои натуральные, выяснилось, что они прямые. Вот, и я уже пробовала один способ с шарфиком. Вот здесь где-то я показываю сейчас фотографии, как это выглядело. Дело в том, что ты как бы располагаешь вот здесь тоненький шарфик на голове и накручиваешь вот так прядочки, чтобы в этом состоянии вот так вот как с этой с шапочкой, в общем, поспать, и потом это все распустить, и вот такие вот как бы красивые локоны. Ночь спать вот с такой перемычкой на буграх вот этих вот из волос, это дискомфортно и неудобно. И результат, как мне показалось, того не стоит. Поэтому спасибо туториалам всяким дурацким и так далее, и людям, которые пробуют всю эту фигню на себе, я нашла еще один способ. И по идее это тоже можно как бы ночью добиться результата. Но сами представляете, да, 31 декабря, в принципе, в новогоднюю ночь все происходит, а если я с утра проснусь уже с этой прической, да, и там, ну, расплету ее и буду так ходить, все равно к ночи, к вечеру уже ничего не останется. Поэтому я хочу протестировать это, во-первых, заранее, потому что хуже нет сюрпризов каких-то, это тоже из разряда, когда ты заказываешь какое-нибудь платье, так, чтобы оно пришло к 30 числу, и оно приходит, и оно дурацкое, не по размеру, еще что-то. В общем, все должно быть отрепетировано заранее. Я, ну, вот такой я человек, мне это нравится. И нравится что-то придумывать, когда есть на это моральные силы и желания. Я хочу заранее прорепетировать этот способ кудряшек и сделать это в дневной промежуток, либо вечерний. То есть так, как будет, по сути, 31 декабря, что я там в обед где-то сделаю себе это, потом распущу и посмотрю, что получится уже в 9 вечера. Вот так. Этим, я думаю, мы займемся прямо сейчас, потому что что, так сказать, тянуть? Пора. Вот стоят у нас различные конфетки и прочее такое под елочкой, конечно же. Ну там как бы полупустой пакетик, но вот это просто все как в детстве. Обожаю. У меня такая же коробочка вот железная, как эта с Почты России, когда мама еще сладкие подарки забирала типа ребенку, которому 27 годиков на самом деле. Ну тогда, конечно, младше была, но все равно не школьный же возраст. И вот такие. Ну разве не прелесть? Ну вот как вот? Какой вот без этого Новый год? Я не знаю. Конечно, Новый год — это не сладости, не конфеты, это другие ощущения. Но детство. Детство — это вообще, я не знаю, так важно его сохранять. Чем я старше, тем у меня более какие-то масштабные формы приобретают. Вот эта вот ностальгия, вот это желание. Причем не вернуться в детство, а просто чувствовать себя ребенком. То есть у меня нет такого, что «эх, раньше, эх, было». У меня есть такое, что «а я и сейчас буду так же». Вот такого плана ощущения. Не знаю. А, ну и про меню еще новогоднее я хотела сказать, что
Вот репетировала я эти салаты. Конечно, здорово, опять же, практика, все это полезно. Очень важно быть, короче, уметь готовить, там, соображать, что куда, пропорции, опыт. Ладно, все равно непонятно, как бы, каким делать новогодний стол. Опять же, у нас в прошлом опыт уже был разный, и в один год реально заказывали, по-моему, суши или пиццу. А бывало, я, когда в гости должны были прийти девчонки, две подружки, я готовила. Я помню, как у меня было ощущение прям супер какой-то хозяйки, уставшей, замученной из-за того, что я готовила все там 31 число. И при этом не так уж-то и вкусно получилось, потому что я ни черта не умела. Вот. И то есть, короче, было по-разному. Ну, естественно, большинство новых годов это когда весь стол накрывает мама, и ты просто садишься и кайфуешь от того, что ой, как вкусно, как замечательно. Ну, естественно, я помогала, но там вот такусенький вклад вот в такую работу. Мы вдвоем живем, никого нет, гостей нет, все прекрасно. Хочется при этом, чтобы было вкусно, но просто, чтобы было чуть-чуть, но так, чтобы на 1 января утром вот был этот, да, стандартный мем. И стандартная история с тем, что ты доедаешь там салаты новогодние. И так до сих пор у меня в голове четко картины, что я буду готовить и в каких количествах нет. Надо будет посидеть, подумать об этом серьезно, действительно расписать, может, какое-нибудь меню. Ну, то есть, действительно серьезно к этому подойти. Иначе я человек, возможно, вы уже поняли, да, которому очень важно, вот у меня фильмы систематизированы, книги тоже, все записывается. Я вот без этого никуда. И я еще не сидела, но нужно посидеть с блокнотиком и все детально продумать. В целом все, по приготовлениям каким-то к празднику у меня сделано все, и все уже даже, я уже сказала, посылка пришла с родины. Осталось только дождаться конца декабря. Фигня. Ну все, через 3 часа, как раз для теста, мне кажется, этого времени хватит, увидимся, и я это все распущу. Вот. А вообще, такую прическу, как бы, часов на 5 надо вот эти рогалики оставлять, 5-8 часов, и тогда обещают, что будет все супер офигенно. Человеческий череп и голова лысая, это очень интересно. Что? Да, и что? Прикольно. Ладно, если я вдруг поленюсь попрощаться, когда все это распущу, может, уже будет поздно, и я с кудрями лягу спать. Спасибо, что смотрели. Хороших вам дней. Избегайте предновогодней суеты, но доделайте все свои дела, чтобы в январе было меньше стресса. И спасибо, что смотрели и смотрите. Всем пока. Хотела. Они упругие и довольно мелкие, их много.